Привет, друзья, с вами снова Джексон, и мы продолжаем с вами играть в игру под названием Party Hard 2. И на очереди у нас мотель. Мы были в больнице, где мы переговорили с нашим другом и выполнили, смотрите, вообще просто вот чуть-чуть, буквально. У нас осталось попасть в закрытую комнату, посмотреть больничный журнал, уничтожить улики и еще три каких-то скрытых задания. Я не знаю вообще, как их выполнить, но я думаю, если подольше посидеть на карте, поизучать, я думаю, получится все это сделать. Но у нас на очереди мотель, поэтому давайте не будем тянуть. Итак, парти-киллер и его друг Арчер. Что они обсуждали в больничной палате? Видимо, им было что сказать друг другу о делах бригадира. То, что случилось с Арчером, могло усилить паранойю киллера. По нашей информации, приятель убийцы Арчер пострадал от утечки химикатов на фабрике. Он выполнял распоряжение человека, известного как бригадир. Мисс Макбрайт, что вы знаете о нем? Бригадир — шеф моего клиента, директор Опион Инк. Его настоящее имя — Фредерик Рамирес. Это объясняет его дальнейшие действия. После визита в больницу, парти-киллер внезапно принял решение отправиться в дорогу, найти своего экс-шефа и встретиться с ним лицом к лицу. Полиция сообщает, что по дороге убийца заночевал в придорожном мотеле, где ему нанесли очень неожиданный визит. Чё за визит? Оба-на. Мотель! 2 недели до интервью. Так, и чё, и кто это там нам визит нанёс? Что за визит такой? Так. О! Уроды! Вы чё? Вам чё надо? О! В смысле? Они меня ваншотнули, что ли? Это вообще законно, блин. 8 секунд. Так. Ну-ка сюда идите, мрази. 2, 3. Прекрасно. Сейчас их в сортир затащим. Так, ой. Так, все, кто-то там спалил, сейчас вызовет ментов, насрать на него. Он, главное, не видел, что это мы. Так, что это? Осторожно, не пользуйтесь открытым огнем вблизи бензобака. Да ты чё? Да ты чё? Ого. Ого, смотрите, как кто-то удобно расположил рояль. Бананчик, не обессудь. Я хочу прибить как можно больше народу. Вот смотрите, там глазик снова. Вон там с той стороны глазик. Значит, они типа знают, что я здесь, и они меня ищут. Вот этим глазом обозначены персонажи, которые меня ищут. Так, что у нас по целям? Убить всех или убрать банду байкеров? Ага, то есть нужно всех байкеров перерезать, окей. Убрать головорезов — 4 штуки. Взорвать грузовики — 3 штуки. Попасть в закрытую комнату, забрать кейс. О, а вот и он. Пока, мужчина. Скидыш. Ага, это головорез. Головорез, видимо, это типа охотники. Охотники за головами. Так, давай, дяденька, ты тоже закончишься сегодня. Так, вот это, как я понимаю, опять какая-то закрытая комната, да? Окей, ладно, надо будет подумать, как в нее можно попасть. Я пока не представляю, как это можно сделать. До свидания. Меня никто не видел. Так. Смотрите, что у нас есть. У нас есть бумбокс и у нас есть канистра с водой. Чуете, к чему я клоню? Ща мы устроим тут веселуху. Давай, хопа. Наливаем. Наливаем побольше, побольше, побольше. Так, давай вот так вот еще зациклим, чтобы если они куда-то побегут. Включаем. И что, сейчас бомбанет? Ха-ха, бомбануло всех. Во я им бицилиндр, а? А как? Я ж вроде не подошел, ну... А! Так, ладно, по-быстрому. Раз, два, три. Все, даже не это. Не трогаем трупы вообще. Наплевать на них просто. Вообще по максимуму наплевать. Так, канистру с водой надо забрать. Канистру с водой заберем. И надо, короче, побольше сейчас воды разлить. Вон там еще от автомата, смотрите, вылилась вода. Но здесь, блин, до раковины долго бегать. Еще бы стамины бы это, персонажу бы побольше. О, там трупы, трупы. Типа делаем вид, что мы это, типа мы испугались такие. Типа мы такие ссыкуны.
Погнали. Разливаем воду. Сейчас еще, может быть, получится, чтобы это... Чтобы ментов долбануло. Давай. Валим. Да, сейчас еще ментов ушатает. Ха! Отлично. Жареные тусовщики. То, что я люблю. Как там? Эх, запах жареных тусовщиков по утрам. Да? Так там, по-моему, было. Все, отлично. Бумбасявом из... Опа-опа-опа-опа-опа-опа. Головорез идет, головорез. Так, а вот как с ними... Как с ними общаться? С головорезами, я имею в виду. Надо же, наверное, как-то это... Их ликвидировать все равно. Так, давайте мы на по... Кто-то кого-то убил только что? Комбо плюс один было. И такой... Так, давай-давай-давай, двоих сразу, двоих. Эх, не успел, блин. Жаль. Ну ладно, так, у меня бумбокс, я мирный тусовщик. О боже, да-да-да-да-да. Я, говорит, возвращаюсь. Так, что это у нас тут? Коктейль Молотова. Интересно. Так, да получается, вот эти вот грузовики нам нужно взорвать, да? Окей, давайте пока поставим бомбосяо здесь. Давайте включим его, чтобы он привлекал людей. Может, опять кого-то зарезали, смотрите. Прям звук ножа был. Четкий звук ножа. А вот интересно, они вот спалят, вот повлияет как-нибудь то, что я вот кину коктейль Молотова, допустим, да? Вот сейчас вот сюда вот, да? А, допустим, хопа. Он же сейчас вот взорвется, да? Давайте вот еще вот сюда сразу кинем, раз на меня никто не настучал. И давайте понаблюдаем за... Я на кактус наступил, и мне больно. Шикарно. И что, взрываться-то будет? Нет? Ой, ёптыть. Вот это шарахнуло. До свидания. До свидания. Ты тоже ничего не... Так, грузовик взорвался еще. А-а-а. Тут все взрывается. Спасите, помогите. Ай, там еще взрывы. Еще взрывы. Все взрывается к чертям собачьим. Не-не-не-не-не. Бумбокс отдайте, пожалуйста. Так, здесь еще один. Тут еще один. Толкнуть шину. Серьезно? Прикольно. Так, вот там как... Вон там этот хер стоит. Давайте толкнем. Пау! Нет, не долетело. Девку сбило, но, по-моему, не насмерть. Да, это еще один грузовик, но мне взорвать его пока нечем. О, нифига, слушайте, а здесь дофига, дофигища места. Кислота. Наполнить емкость кислотой. Все понятно, откуда это. Машина ездит и сбивает людей. Все ясно. Так, вон байкер. Пока, ублюдище. Куда-то тебя спрятать можно? Да, отлично. Отлично, можно положить вот сюда. Слушайте, я хочу попробовать наполнить кислотой. Так, вот еще байкер, кстати. Но байкера я пока ликвидировать не буду. Ой-ой-ой, там убивец. Убивец. Давайте вот здесь вот разольем воду. Так сказать, как Аннушка, уже разольем масло. Давай, сюда иди, ублюдище. Не хочет, смотрите. Что-то есть у вас интересное? Канистра с бензином есть. Так. Надо как-то... Я хочу сделать бум и потом всех зажарить. Правда, это не особо эффективно будет, потому что тут всего один человек. Ну, в плане... О, а что это я могу активировать? А что это? А что это такое? А, ну окей, хорошо, давай. Опа. А, это типа... Это какой-то типа пунш, что ли, или что? Я его типа... Я в него типа что-то налил, да? Ой, он умер. Или она. Я типа отравил вот эту выпивку, да? Так, окей, тут вода испаряется. Давайте мы... Байкеры все... Вы видели, сколько байкеров село в машину и уехало? Ничего себе. Ладно, давайте сделаем, как я планировал. Вот так. Сейчас взорвется, они все побегут на выход. И их коротнет током. А там почему вода-то испарилась, Блин, такой момент просран. Ну ладно. Так, вот еще один стоит. Тихо-тихо-тихо, мужчины, тихо. Вы ничего не видели?
Вот там, если что, еще одного заберите. Он уже кони двинул. Так, у меня... Так, это полная, нет. Вот это пустая, по-моему. Полупустая. Полупустая. Так, вот еще байкер стоит. Как-то бы его... Слушайте, я даже не знаю, как его привлечь. Так, давайте. Так, выливаем, значит, воду. Перелить он не может. Типа, надо ему сначала вылить. Окей, хорошо, наполняем кислотой. А что я могу с кислотой сделать? Мне вот это интересно. Так, тут мангал. Там впереди вроде никого. Нет, это бутылка опять с этим. С пивашкой. О, тварь. Опа-на. Прикольно. Значит, я могу их убивать без проблем, да? Все, жертву сжечь. Что это, динамит, что ли? А, чип какой-то. А, окей, хорошо, давай вот... вот так сделаем. А чё, зачем чип? Ай! Блин. А, это, короче, мусор. Мусороперерабатывающая штука. Сюда можно тела скидывать. Отлично, отлично. Это мне тоже нравится. Так, у меня есть чуть-чуть воды и есть бумбокс. Давайте вот так вот сделаем. Так, стоп, нет. Я не хочу чип. Я не понимаю, зачем он пока. Так, берем бумбокс. 4. Наливаем водички. Лужица, лужица. Вам всем понравится. Обещаю. Так, оп. И включаем. Ай! Тут это сейчас сработать должно. Нет, не сработало. Я рано забрал. Оп. Все, валим. Сейчас долбанет током. Отлично. Током их долбануло. Блин, этот убежал. Я думал его сейчас прикончит. А я могу что-то с машиной сделать? Они постоянно гоняют на машине. Менты кого-то сбили, походу. Так, да-да-да-да. Я тоже вас прикрою. Мужчины, я тоже вас прикрою. О, светошумовая граната. Спасибо, мужики. Пригодится. Только меня не сбейте, окей, да? Прекрасно, спасибо большое. Так, что есть у этих уродов? У этих уродов есть автомат с жвачкой. Вот здесь. Но я здесь зайти не могу. Вход у них только через склад. Так, а я могу вот здесь вот... Что это за ниндзя здесь нарисован? Может, кого-то вызвать можно? Клуб Хангавери. Нет, это не то, что нам нужно было. Так, тут какие-то... Мешки, это мы, получается, обходим за мотелем, да? Так, а я что-то не понял. Слушайте, а как к ним пройти? О, нет, там убийца идет. Киллер, точнее, давайте. Киллер подкараулит киллера. Или что, нет? Время танцевать. Да-да-да, иди потанцуй, а я тебя сейчас грохну. Давай, бежим. Блин, вот хреново, конечно, что я вот ничего не вижу. Вот он сейчас случайно меня увидит, развернется и кранты же мне. Так, он опять здесь тусует, да? Давай мы сделаем вот так. Прям в него попадем, да? Хопа, лови. Сейчас как пахнет. Ты-тыщ! Все, всем лежать. Ты лежать. Так, что это? Он на меня настучать пошел или нет? Вот, поднять тело. Он еще оглушенный, типа. Вот, давайте, оп. И зарезать его. Все, отлично. Менты не за мной. Менты вон за девкой. Это они подумали, что это типа она. Не заставляй меня напрягаться, окей? Да окей. Вообще не вопрос. Я вас ничего не заставляю делать, ребята. Вообще ничего. Но мне интересно, что эти упыри делают с вот этой машиной. А, блин, там еще один. Там еще один упырь. Так, тут можно сесть за руль. Я хочу попробовать как-нибудь применить кислоту. Как я могу ее применить? В нее, типа, если кто-то наступит, ему кранты или что? Так, вот тут куча народу тусит. Не знаю, давайте попробуем вот тут вот перед входом разлить. А, блин! Ай, она повреждает еще? Офигеть! А нафига она тогда?
типа, может... Так, тихо-тихо-тихо, не-не-не-не-не-не-не, вот этих проблем мне, пожалуйста, не надо. Так, тут мой бумбокс. Здесь мой бумбокс, все еще работает. Пожалуйста, отдайте мне его, это мой бумбокс. Если вы не знали. О, а здесь еще заправка, я не видел, офигеть, тут сколько всего. Огромная карта. Так, здесь есть Что это? Так, выкладываем. Кислота мне не понравилась, а вот канистра с бензином, это прекрасная штука. Так, это пустая канистра с бензином, да, получается? Да, мы возьмем полную, вот. А, это с маслом, по-моему, канистра. Ну, не суть, в общем. Так, а вот зажигалка есть. Так, бумбося. Бумбося, пожалуйста, постой здесь. Кислота тоже здесь. Зажигалка, все прекрасно. Мы можем создать предмет. Вот так. В смысле, а почему две канистры потратилось? Вот упыри. Так, ладно, тут еще презерватив. И, ладно, хорошо, забираем наш бумбокс. А, тут спящий упырь. Тут кто-то опять ментов вызвал. Мусора, пожалуйста, меня не задавите, окей. Так, вот они пошли в машину. Типа пошли кататься, что ли, или что? А, вот, они типа дверь открыли, да? Окей. Стой, этот киллер идет. Нет, киллера пока лучше не агрить. Они открыли дверь, я попробую зайти внутрь сейчас. Давай, уходи, отвернись. Уходи отсюда. Уходи. А то я тебе гандон дам. И будет у тебя, ты гандон, и у тебя гандон будет. Ой. А что здесь делает осколочная граната? Слушайте. Так я сейчас просто сделаю вот так. Чпуньк. До свидания, господа. Ну, не все, правда, но... Ой. Еще и киллера завалил. Ай. Офигеть, сколько их вывалилось. Вы видели, сколько их в одной машине? Это нарушение правил. Так нельзя. Кто-то должен убрать здесь. Да. Я еще одного мента нашел в багажнике. Вы видели? Я открыл багажник, а там мент. Так, все, отлично. 4 киллеров мы убрали. Тетенька, до свидания. Я теперь буду вас всех кромсать здесь. Смотри, кстати, здесь тоже есть сейф. И я тоже могу его открыть. О. Этот хотя бы я могу открыть. Как в прошлый раз. Не как в прошлый раз. Чего? А, бросить чемодан. Какой чемодан? О, байкер идет, байкер. Давайте мы его взбодрим. Да-да, здесь трупы, да-да-да-да-да. Я выбегаю отсюда. Хоп, а здесь еще один, прикиньте. Вот только что появился, новенький. Совсем. Так, что нам еще нужно? У нас убить байкеров. Так, еще 3 байкеров, значит, либо еще завалить просто 20 человек, да? Вертолет? А он кого ищет? Не меня ли случаем? Так, давайте попробуем сделать теперь вот так. Ставим бумбосю. Да стой, нет, подождите, блин, не разбегайтесь, пожалуйста. Что ж вы делаете-то? Так, бумбося. Вот давай бум. Я хочу бросить бумбосю. Блин, не получается. Так, никто не видит. Чпуньк. И все. Так, это они меня... Они светят на мотель. На вот этот автомат. Но почему именно на него? Неизвестно. Так, вот, все, бросить. Давай, включить бумбокс. Теперь 2. Поджечь. И уходим. Бумбокс, конечно, пострадает сейчас. Но я убрал еще одного байкера. И еще пару-тройку человек. Слушайте, так у нас вполне себе есть шанс убить всех. Так, вот сюда. Вот это закрытая комната, блин. Как в нее попасть? Здесь может вот это место вот надо взорвать, может? Есть у нас что-то, что может взрываться? Так, давайте переждем вот здесь, потому что, по-моему, сейчас вертолет вернется. И мне почему-то кажется, что он меня ищет.
Так, там, да, там, смотрите, в закрытой комнате стоит какой-то сейф. А, давай, инстинкт накапливай уже, ёпрста. А, вот, кстати, что-то есть. Выпивка, отлично. Ну, выпивка пригодится. Не найдем бомбу, так может поджечь можно будет. Правда, мне для этого нужна зажигалка, которой у меня нет. Как вот этого байкера больше нет. Ой, отлично, смотрите. Я ликвидировал уже всех байкеров. Я ликвидировал всех байкеров, но я еще не взорвал грузовик. Так, а где мне... А, вон там, кстати, вижу канистру. Там вижу канистру, но где мне взять огонь? Блин, мне нужно где-то взять гранату. Тогда получается. Презерватив мне не нужен тогда. Мы его бросаем. Где она? Так, она в этой. Вот здесь. Канистра. И все, здесь больше ничего нет. Блин, мне бы, конечно, в идеале там мне бы, конечно, коктейль Молотова. Так, а почему шина-то в мою сторону повернута? Давай мы ее метнем. А что будет, если ее метнуть в ментовскую машину? Машина... Нет, я думал, машина взорвется. Так, давайте тогда обыскивать ментовские машины. Там что-то лежит, я же вижу. Наполнить горючим. Тихо. Так, блин. Что-то я переживаю из-за этого вертолета. Ну а что он летает тут? Так, включить следующий трек, давай. Во. Где-то уже это было, кстати, этот трек. Ну да ладно. А, это сокращалка пути. Отлично, окей. Тут меня вообще никто не видит. Но как мне взор... Че, где горит? А, это шум от мангала. Окей, хорошо. Так. Вот тут что-то... Что-то здесь вот взрывается. Вот здесь конкретно. Вот эта вот штука. Взорвать светильник Джека. Я нажал или нет? Да, я нажал. Так, вертолетик, посвети, пожалуйста. Ай-яй-яй-яй-яй, да блин. Вот самое нелепое было бы сейчас сдохнуть от кактуса, вот серьезно. Так, доступно создание... А, о, у меня же доступно создание предмета. Здесь же не нужно в таком случае этот... Зажигалка здесь не нужна в таком случае. А, так, тут еще вот какой-то... Кстати, какой-то капкан. А там коробка с надписью TNT. Друзья мои, а что с ней? А что с ней можно сделать? Из нее взрывчатки набрать нельзя? Нет, набрать нельзя. Подготовить к использованию? Что это? Не хватает предметов, чтобы... Что-то здесь еще можно подготовить к использованию. Очень интересно. Так, тут никто не наблюдает. Плюс один труп. Здесь наблюдает вертолет. И такое ощущение все равно, что он пытается вычислить меня. Вот у меня сейчас дилемма встает. Хорошо, у меня есть взрывчатка сейчас. Я могу взорвать грузовик, который мне нужно взорвать. Либо я могу... Так, таблетки адреналина. Нет, это не поможет. Либо я могу взорвать этот... вот попробовать очистить проход. Но каким образом я после этого... Чё это? А, наполнить водой? Странно. Но как я потом смогу взорвать грузовик? Взорвать грузовик у меня основное задание. Здесь таблетки адреналина. Ладно бы я, допустим, нашел бы еще... Вот если сейчас вот где-то пошастать, посмотреть где-нибудь... Допустим, поискать еще бутылку выпивки. Не знаю, давайте вот так сделаем. Я не знаю, что это мне даст, но... Вот найти бутылку, например, и получится. Так, а что здесь можно? Так, стоп, где вход в магазин-то? Вот. Что можно... обыскать. Что в кассе?
А что это? Метательный нож. Блин, ну метательный нож мне тоже не особо поможет. Мне нужно что-то, что взрывается. Кстати, заметьте, куча трупов лежит. Менты больше не едут. А Скоряк не едет сюда почему-то. Очень интересно. Так, там этот мангал, понятно, здесь взрывается еще эта хрень. Тут можно еще взорвать вот эту хрень. Ты-дыщ. О, задание 10 взрывов. В смысле? Я могу поехать на погрузчике, господа. А я могу что-то... что-то взять, например, вот... кислоту, допустим. Эпично будет, конечно, если сейчас это взорвется дело. Нет, не могу. Ну окей, давайте попробуем. Вон, кстати, еще коробочка со взрывчаткой. Да-да-да. Окей, хорошо. А если я, допустим, на нем врежусь вот в этот грузовик? Что-то будет? Скыдыщ. Нет. Совершенно ничего. Так, снова мусора приехали. Кого-то пытаются забрать. Хм, ладно, сейчас я попробую побегать, поискать что-нибудь. Что-нибудь еще, что взрывается. Да, да, прекрасно, прекрасно. Я нашел еще один коктейль Молотова. Ну, точнее, я нашел еще одно пойло, из которого я сделаю еще один коктейль Молотова. Все, теперь мы можем и взорвать все грузовики. Точнее, взорвать вот этот последний грузовик. Я так и не понял, что менты ищут этим вертолетом. Но я несколько раз попадал вроде в луч, и ничего не случалось. Поэтому я думаю, это просто ну, ничего. Так, теперь нужно как-то бросить так коктейль Молотова, чтобы он, не знаю, ну, взорвал грузовик. Там, я понимаю, были армейские ящики, а вот это все взорвется здесь или нет? Я не знаю, но пробуем. Бросили сюда бомбу. Ну, точнее, не бомбу, а коктейль Молотова. Так. Вроде разгорается. Но что-то, по-моему, не взрывается. Хотя нет, сейчас, по-моему, долбанет. А, это просто... это просто горят ящики. Есть, взорвался. Все, отлично. Я думал, не взорвется. Так, ну и давайте попробуем... кстати, вон тут два персонажа лежат. Уже лежат. Все, и я убил всех. 71 из 71. Слушайте, да я сейчас выполню миссию полностью. Так, вертолет, на всякий случай не свети на меня. Я прям уже в конце. В конце миссии прям. Здесь больше никого живых, что ли, вообще? Серьезно, я ликвидировал совсем всех. Остались только я и этот самый вертолет? Прикольно. Так, окей. Давайте попробуем бросить коктейль Молотова вот... ну, не знаю, как-то вот так, что ли? Как-то вот так, может, получится. Бум! Да, смотрите, загорело. Загорело. Прекрасно. Отлично, невероятно. Там вот я вижу какой-то предмет лежит все-таки. Я не знаю, зачем он. Так, подождем пока... Откуда звук пердежа? Вот вы тоже это слышите? Так, я попал в закрытую комнату, окей. Нужно забрать кейс, окей, сейчас мы... Вы слышите этот звук пердежа, да? Так, подставить наркоторговца. А, это вот сюда надо кейс положить. Да, я помню, чемодан положить туда. Ну, окей, хорошо, положим сейчас. Опа, вертолетик, ты меня не видел. Здесь уже ни ментов, никого. Скоряк почему-то сюда не едет. Менты приехали, как бы всех осмотрели. О, да, круто, трупы. Но Скоряк так и не приехал. Так, сейчас мы... Давай, улетай, пожалуйста. Вот, отлично, прекрасно. Так. Я не знаю, что этому вертолету здесь надо. Но я вот в краешек попадал у него, в краешек луча. Но он не реагировал. Возможно, если они полностью попадет на меня... Так, бросить чемодан. А, вот. Так. Спровоцировать вызов копов? В смысле?
Окей. Хорошо. А, то есть просто спровоцировать вызов копов? Ну, сорян, у меня спровоцировать копов нечем больше. В смысле? Вы кто такие? Ах ты ублюдок! Еще и вертолетик? Отстань или клянусь, я тебя... В смысле? Чертов придурок создал нам больше проблем, чем мы ожидали. Заканчивай, Пит, лучше помоги закинуть его костлявую задницу. А, в смысле? То есть это типа успех? То есть они все равно мне надрали жопу? Я убил всех? Но откуда-то взялось вот три вот этих имбецила? Чё-то какая-то хрень, по-моему. Так, у меня тут что-то открылось. Бронежилет, ну, таблетки адреналина, ну, это понятно. И какая-то тыкалка, я не знаю, что это. Возможно, это как раз-таки тот чип. Я, правда, не знаю, зачем он нужен был. Это типа было написано «хакерский чип», но я что-то так и не придумал, что можно было им взломать. Может быть, можно было как-то перенастроить машину какую-нибудь, или, может, вот этот погрузчик, чтобы он сам поехал в толпу, или как-то так. Хм. Не знаю, не знаю. Но, слушайте, это довольно интересно. Но мы сделали практически все. Вообще, практически все. Там, скорее всего, нужно было сначала попасть в закрытую комнату, принести этот кейс туда, положить, завести кого-то туда, долбануть, чтобы это увидели. Ну, чтобы труп нашли, менты бы туда пришли, нашли этот кейс, и что-то бы было, наверное. Но я не знаю, что было бы, но... Но потом как-нибудь выясним обязательно. Смотрите, у нас вот эта вот шкала дошла практически до половины. Здесь какая-то отметка стоит. Я не знаю, что это за отметка, но... Это, наверное, вот как раз-таки вот эти штуки открываются. Но зачем они, я не знаю. Ладно, слушайте, прикольное было путешествие в мотель. Вам огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно комментируйте. И увидимся в следующих сериях Party Hard 2. Пока-пока.